Привет всем. Небольшой туториал, то есть вторая часть туториала о применении Apple Pack Transformation. У нас есть небольшая сцена. У нас ползет с вами букашечка. И ползет она и в какой-то момент попадает в зону увеличительного стекла. Да? Соответственно, наша задача сделать эффект увеличения. Ну, как вы догадались, уже на помощь нам приходит Apple Pack Transformation. То есть мы с вами берем Apple Pack Transformation, берем Pack и соединяем это все, собираем. Но у нас есть некоторая проблема в данном случае. Проблема заключается в том, что у нас всего лишь один вход. А количество частей, из которых состоит наша букашка, больше, чем один. То есть, если мы просто сделаем вот так вот. Здесь мы с вами увеличим. То, собственно говоря, увеличится только тело букашки. Но остальные части не увеличатся. Поэтому при такой ситуации нам сильно поможет модуль композит. То есть, берем композит. Свойство композита, да, хотя у нас есть уже один, да. Свойство композита позволяет собрать все элементы. Точнее, несколько элементов, которых вы хотите. И давайте сделаем так. Так. Подключим еще ножку. Еще. Еще. И еще. Можно подключить травинку. И мы получим вот такую ситуацию. Придется воспользоваться маской, потому что увеличилось все, что находится за пределами нашего увеличительного стекла. Поэтому, как вы уже опять-таки догадались, возьмем катер, возьмем увеличительное стекло и возьмем, точнее, вот так вот сделаем. И выведем все это сюда. Так, посмотрим, что получилось. Маска у нас сработала, только травинку мы с вами. Маска сработала, но нужно ее обратить. У нас получается вот такая интересная ситуация. Но, опять-таки, вся маска у нас работает, а нам нужно взять поверхность стекла увеличительного. Поэтому берем, как и в прошлой части, Color Selector для маски. Выберем цвет. И посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, собственно, вот такой вот у нас результат получился. У нас с вами ползет божья коровка. В увеличительном стекле она отражается. Можно можно проанимировать, естественно, плэк, чтобы наша божья коровка как можно дольше оставалась в кадре. Так. Отсюда. Чуть-чуть ее задержу. Вот так вот. У нас получится вот такая вот история.